Представители администрации городского округа совместно с Министерством ЖКХ и надзорным ведомством держат на контроле вопросы по подготовке к зимнему отопительному сезону. На еженедельной встрече обсуждают, что сделано и какой объем работ еще предстоит выполнить. Мы напомнили, во-первых, об ответственности управляющей компании, непосредственно директоров данных управляющих компаний, необходимости и на что обратить внимание при подготовке, и чтобы график не срывался, и все-таки в рамках графика сдавались нам дома, подписанные в том числе ресурсно-надлежащими организациями, комиссиями приемки для утверждения паспорта готовности. На сегодняшний день в городском округе к отопительному сезону готовы 40% многоквартирных домов. Работы на теплосетях идут согласно графику. На 60% магистралей уже проведены гидравлические испытания. Устранено 194 повреждения.